Черноморец, 5 июля, 19 год. Смотрим улов Алексея. Наш чемпион поймал вот такого карпа. Значит, взвесили. Слушай, не 5, а 8, по 8 килограмм клюют-то. Значит, взвесили. 8 килограмм в этом карпу. А что, Лёх, взял? Бойл взял. Бойл. Два бойла, значит, один слива. Второй ананас. Два вот вместе. Так, вот такой вот красавчик. Значит, взял он его с крючком. Видать, сошел у кого-то. Крючок вынул. Залечил. Теперь будет отпускать. Живи, брат. Радуй своими поклевками. Ах, кабан. Пошел. Всем удачи, друзья. Карп пошел. Леха продолжает ловить. Так-то у него уже карпы есть. В садке. Он только начал, в принципе. 5 штук поймал, но теперь 4. 5 поймал, 4 осталось. Большой выпустил. Завтра посмотрим его улов. Стоит между 19 и 18. Всем пока. Кстати, не забываем подписываться на наш канал. Наблюдать за черноморцем.